Последние годы изменилось отношение к службе в армии среди молодежи. Для многих молодых людей служба сегодня – дело чести и престижа. В скором времени тысячи юношей по всей стране, в том числе из Славянского района, в очередной раз отправятся в районные военкоматы, чтобы вступить в ряды вооруженных сил. О том, как прошла осенне-зимняя призывная кампания прошлого года в нашем районе, а также о том, какая работа ведется в рамках подготовки к весеннему призыву, смотрите в материале моих коллег. С 1 октября по 31 декабря 2013 года в Славянском районе, как и по всей России, проходила осенне-зимняя призывная кампания. Всего на призывную комиссию в отдел военного комиссариата по городу Славянскому Кубани и Славянскому району было вызвано свыше 600 юношей. Из них ряды защитников Отечества пополнил 131 человек. Отсрочку от армии давали по разным основаниям. Некоторых призывников оставили для получения образования, кого-то не взяли на службу по медицинским показаниям. По словам старшего помощника, начальника отдела призыва, отдела военного комиссариата Ивана Кошельникова, в последние годы состояние здоровья призывников улучшилось. 22% это составили заболевания, это 2012 год. По итогам 2013 года это 17% от общего числа призывников. То есть тенденция идет к снижению. Большая работа в отделе военного комиссариата проводится по поиску призывников, уклоняющихся от службы в армии. По итогам осеннего призыва прошлого года в Славянском районе насчитывалось 13 уклонистов. Проводятся мероприятия разыскные по установлению местонахождения данных призывников. Активно мы сотрудничаем с органами полиции, Федеральной миграционной службы. То есть уже есть предпосылки к тому, что находим людей, ставим на учет, да. Было у нас 13 человек, осталось 8 человек. 5 человек мы уже нашли во взаимодействии с этими органами. Весенняя призывная кампания стартует в Славянском районе, как и во всей России, 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время в ряды российской армии из Славянского района планируется призвать около 200 молодых людей. Алена Лавринова, Георгий Калинин. Программа «События».